кого поздравляют с именинами 6 декабря. Согласно святцам, 6 декабря именины празднуются у тех, кто при крещении получил мужские имена Алексей, Борис, Григорий, Иван и Федор. Женских имен на данный период в святцах не представлено, именины для девочек, рожденных сегодня, переносятся на 8 дней, так как в старину детей называли только по истечении этого срока. Выбирать для них нужно женские имена в честь тех святых, которых почитает церковь в указанный период. Или же выбрать это имя как второе при крещении, если нравится другое. Столетиями подтверждалась истина, те, у кого день рождения и именины совпадают, живут счастливее, они всегда могут надеяться на своего ангела-хранителя, связь с которым у них особенно прочная. Но главные сегодняшние именинники – Александры, так как 6 декабря почитается память благоверного великого князя Александра Невского, причисленного православной церковью к лику святых. Поэтому мальчиков, рожденных в данный период, рекомендуется называть Александрами, соблюдая старинную традицию и программируя характер ребенка. Доказано, что имя особенным образом влияет на нрав и судьбу человека. Александра можно охарактеризовать как личность, не знающую преград, уверенного и успешного лидера. Узнать, когда отмечаются именины для разных имен, можно, обратившись к церковному календарю праздников на 2020 год, где собрана информация обо всех святых, в честь которых можно называть детей при крещении. История жизни благоверного великого князя Александра Невского. Александр унаследовал престол в тяжелые времена для страны, окруженной со всех сторон вражескими армиями. Но ему удалось посредством искусства дипломатии договориться со всеми противниками, а некоторых даже настроить друг против друга, обеспечив безопасность для себя. Князь приложил много усилий, чтобы обращать в христианство язычников и народы Востока, а в главном городе Золотой Орды были построены православные храмы. Александр смог стабилизировать ситуацию в стране и на ее границах, поэтому все силы тратил на развитие духовности и благополучия народа. Его значение в истории переоценить невозможно. Александр Невский был одним из немногих князей-созидателей. Во время очередной дипломатической поездки к татарскому хану князь умер, успев перед этим принять монашеский постриг. За период долгого пути домой его тело не выдало признаков тления, а когда через 100 лет его мощи были открыты, они оказались нетронуты временем. Видео «День ангела» 6 декабря, все именинники 6 декабря.